ЦПУ за Харбатом 16-5. Да, тут уже как бы... Плохая скидка, можно здесь сравнить, и первый удар выполнить большой, пойти забрали. На бойцу. Ну и достаточно быстро. Подачу на дальнюю. Неплохая скидка. Ой-ой-ой, 1-0. Смотрите, на дальнюю штангу идет подача. Скидка. Один остается в Ашагидзе. Да, я вам попомню, может, сейчас ошибается. Как-то не открылись под него защитники. И опасный момент может за игру получиться. Удар, мяч вдоль ворот. Смотри, неплохо. Она так считает, что особо охотно, но тем не менее доходит. Какой? Точки соперника пропустила, короче, плохой мяч. Здорово, удар! Ну, я понимаю вам, друзья, что уже совсем скоро стартует. Оп, минус неплох, удар, хороший, но он, тем не менее, сохранил мяч, сейчас очень классные техники, сушили. Старом, по мягко отбивает. Ну, и все, ну что, друзья, кто-то мне не выпадет. Второй, стрел с фланга в центр, неплохо может получиться, но блокируются защитники, второй удар, давай. Блок, еще один момент, удар, хороший, но гол бы это сейчас было, да, и нужны же эти моменты, я. Заброс неплохой, а дальше не получается, контратака, хороший такой забег, перевод требуется туда, на дальнюю проходит, он на Шакидзе. Плохой пас! Надо грамотно катать. Я на атаку берет. На дальнюю штангу на системе. Да, где волка по земле? Удар. Такие, а? Все правее. Хватит реагирует. Хапланов правее. Да, все правее. Хорошая атака Хаплана. Ну, знаешь, вот, пока не доиграли. Чуть-чуть выпустили. Момент неплохой такой, Блата. Удары за Харбатом. Опа! Но напрашивался эти баку. Ох ты! Ох ты! Работал. Сильный заброс сюда, хороший и свежий гейм. Богдан Смирнов, удар, но потом есть, убивание будет, удар, подходится, ловкий, его Марашану, как у нас, лучше, да.